заткнитесь. Слова России заткнитесь, говорите? Там, понятно. Вот. Заткнитесь. Слова России говорят. Езжайте в свою Россию. Понятно? Понятно. Вот, езжайте туда. Чтоб ноги ваши не было здесь. Проклятые оккупанты. Если не иметь отношения, тогда разговаривайте так, как надо. Понятно? Вот и буду я вас учить, чтобы вы знали. Вы сейчас в Грузии. Вся Европа не говорит, что Россия оккупант. Вся Европа. Если б знали. А если знаете, какие у вас претензии? Я вам сказала, не смейте в Грузии вот так говорить. Не смейте. А если смеете, то езжайте или в Казахстан, или в Россию. А почему не в России живете? Почему вы здесь? Почему? Таким если слово России, почему вы здесь? Вот, а? Слава Богу. Выходите сейчас, мотайте отсюда. Давайте, мотайте отсюда. Быстро мотайте отсюда. Вставайте, мотайте отсюда. Мотайте отсюда, быстро. Быстро мотайте отсюда. Езжайте в Россию! В Россию езжайте! Проклятые! Быстро! Оккупанты! Никому вы не нужны! Ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии! Забирайте вот всех таких гнилых россиян! Хуйлов! Вы хуйлов! Худым хуйлов и вы тоже хуйлов! Слава Украине! Героям слава! Проклятые русские! Ты генератор ведь кой? Дай хай! Ай, а там